Чуть больше недели остается до лета. И несмотря на то, что погода солнцем пока не балует, школьники все же готовятся к поездке в лагерь. Плюс в этом году из-за спада заболеваемости сняли и ряд ограничений, поэтому в детских лагерях ожидается полная загрузка. В этом году детская летняя кампания будет проходить при 100% загрузке лагерей. Наконец-то мы дождались, то есть не 75%, как в том году было, а будет 100% загрузка. Разрешены мероприятия массовые на свежем воздухе, поэтому практически в полном объеме, как обычно мы это делали, мы будем проводить программу в этом году. В лагерях с детьми работают опытные вожатые, которые на протяжении нескольких месяцев проходят обучение. Как правило, это молодые люди, ищущие для себя новые идеи и творческое развитие. На тренингах вожатые учатся танцевать и играть с детьми. Также им необходимо знать особенности детского восприятия, психологию, педагогические приемы. Ну и самое главное, нужно любить детей. Ну, во-первых, мы набираем ребят вожатыми, те, которые хотят поехать. То есть это не обязательно студенты педагогического университета, это студенты из разных вузов нашего города. Самое главное – это желание работать с детьми. Обучаем мы их психологическим аспектам, то есть как работать с детьми, какие возрастные особенности у детей есть. Кроме этого, мы их обучаем, как проводить игры, как проводить массовые мероприятия, обучаем, как взаимодействовать с родителями тоже в том числе. Быть вожатым – это вставать с первыми лучами солнца и не спать до поздней ночи. Это мероприятия с детьми, веревочные курсы, игры, вечерняя дискотека и планерка. Многим это по душе, поэтому некоторые остаются работать весь летний период – 5 смен. Отработала я 5 смен. И в этом году я еду еще на 3 смены. Потом еще сезонные, осенние и зимние. На самом деле мне очень нравится это направление, мне нравится развиваться в нем. И думаю, что я бы очень хотела продолжать идти по этому пути. В этом году в области будет работать 27 загородных лагерей. Несмотря на снижение ограничений, ряд правил все же будут действовать. Таких как замер температуры не менее 2 раз в сутки, отсутствие родительских дней и запрет проведения массовых мероприятий между отрядами. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.